Всем привет! Сегодня второй день, 8:07 утра. Начну я его со взвешивания. Но это моча. Вот, вечером что-то происходило, и только что. Поэтому я ничего не ел за ночь. 75,8. И... Короче, еще один раз повесится, потом же, не знаю, бывает два раза взвешиваюсь, а показания разные. По крайней мере, на этот раз. Ладно, 75,8. Как-то резко немножко, мне кажется. Вес убавился. Яблоки уже заканчиваются. Но это только яблоки у меня во дворе заканчиваются. Потому что все-таки белый налив — это ранний сорт. Вот. Есть еще у нас на поселке яблочки, которые никому не нужны, валяются и гниют. Буду ходить. Сейчас надо записать. Или там 73,8 вчера было вечером, да? А, почти, ну короче, килограмм. Ну и давление. Малын давал шайки куриные, теперь воняют руки. Малым большим. Не люблю я вообще это делать. Кормить этим мясом. Как поменьше, чем вчера было. Так.
Тома 64, сам. Пульс. Попозже я еще измерю. Не знаю, так нормально было. Сейчас запишу. Вчера вечером, кстати, не знаю почему, после похода за яблоками, то ли я камеру окончательно так не включил, то ли какая-то фигня произошла. После похода за яблоками у меня ничего не снималось. Не знаю, в чем дело. Забыл. Да вроде включал. Не проверил, пожалуйста. Сейчас я их все вместе слеплю. За вчерашний день 6, почти 7 часов получилось. Ой, нормально. Не выспался. Надо стараться меньше спать вообще. Тогда я привыкну к этому, будет легче. А сейчас будильник на 5 часов утра завел. Но так и не проснулся. Уже не первый раз. Надо подальше будильник от себя оставить, чтобы можно было вставать и просыпаться быстрее, чтобы его
все хорошо. И ваша обрабатывает ничего, что не знаю. Что на YouTube, значит, обрабатывает. Что ж так получилось?
Сначала я увеличу до Full HD и киоскал формат. Конечно, качество не будет Full HD, но все-таки. А когда на вертел, да, меньше объем, без потери качества. С вертел, да, вам я еще, блин, так не очень знаком. Буду учить. Бля, как сонная курица, жесть. Так, я продолжу рассказывать. Вкратце изложу содержание того, что я вам сегодня расскажу. Значит, я расскажу вам, как я провел ночь на автостанции. Но перед этим я пытался уехать шрифтуром, нас развернули обратно. Вот. Затем я все-таки уехал и уже с Константиновки приехал в 2 часа ночи в Полтаву поездом. Вот, на следующий день... Ну, в общем, я пытался тут уже начать переходить на прану, чтобы не терять время, ну и вес попросту. Причем дважды пытался, но не получилось. В общем... Я звонил за пропуска узнавать, ничего не получилось. Но это был признак того, что надо пробовать без пропуска. Итак, я собрал вещи. Перед этим я вызвал врача, бабушки. Врач пошла, померила давление. Давление было немножко понижено. Сказала, что надо бросать яблоки и переводить на кашу. Ну, врачу виднее, конечно. Вот. Сердце для бабушки, ну, аритмия была, сердце нормальное. Вот, что еще сказать. Шурик зашел, устроил скандал, что типа он не отдаст мне паспорт. Я собрал вещи, блин, забрал паспорт и уехал. Но перед этим я оставил 1000 гривен своей соседке, чтобы не брать с собой много денег. У меня было 1500 на дорогу, туда-сюда хватило бы. Вот. И она говорила, что там ей собирается пенсию перевести. Она мне даже дала свою карточку. Я бы потом бы снял и ее, и свои, и привез бы в Донецк. Вот, но об этом в дальнейшем я, конечно, расскажу, как оно получилось на самом деле. Дальше я поехал на автовокзал. С водителями договориться, без пропуска не получилось. Мне посоветовали сходить к цирку. Там снова за шрифтур. Я пошел к цирку. С одной из пассажиров я познакомился туда-сюда, она решила, у нее есть билет. Я вернулся на автостанцию, там недалеко, в принципе, купил билет на шрифтур, что-то 673 гривен. Вот. Донес Полтава 300 км. Ну, стали мы там 2 часа ждали. Сели в этот шрифтур и поехали. Как мы проезжали блокпосты, я расскажу попозже.
буду все-таки этого делать. Слишком большой файл получится. Пусть даже он уменьшится, все равно будет большой файл. Не на каждое устройство можно будет загрузить. Пусть лучше будет низкое качество, но любой, кто захочет, в любом месте послушает, посмотрит.
Ну,
Редактировать имя файла. Копируем. Создать скрипт. Вставить имя файла в скрипт. Открыть скрипт. Скопировать директ. Что это значит? Где его копировать? Ну, открыл скрипт. Что дальше? Где-то у меня была тоже сохраненная. Кажется, тут это не то. Выбираем звонок другу. Не помню, блин, создал этот скрипт. Имя файла туда занес. Название скрипта. А что дальше в нем писать? Вставить имя файла.
блядь, на даче занят. Ладно, подождем. Ну, в принципе, не горит, но как директ. Я так не вспомню. А хорошо, что хоть это записал. Вручную, а не где-то сохранил. Потому что когда Винду переустанавливали, то что надо как раз удалилось. На рабочем столе было это палево. Виктор, привет. Слушай, а ты на дачу надо, да? А, слушай, ну подскажи мне, мы, ты мне вот описал в этом в блокноте, он у меня не сохранился, этот файл. Когда обрабатываешь видео, нажимаешь на VirtualDub. В общем, я создал скрипт, переименовал его под имя файла, открыл. Что здесь нужно написать? Я не помню же. Погоди еще раз. Да я сейчас не ВКонтакте. Я пока файл не обработаю. Пока ничего буду загружать. Блин, денег так не хватит на это, на загрузку. Я уже начал снимать. Вот, надо сейчас просто, ну, уменьшить объем, вот, а завтра буду туда ВКонтакте, передам 2 дня. Да, директ. Я понял, понял. Погоди, Виктор. Direct Shoft. А, CHOW. А. Ну, C, ну, S, короче. А, C это как, я понял, короче, S. Все. S. Подожди, шоверт. А, ну да, директ, шоу, это я уже написал. Ой, давай, точно.
А то, блин, калека 21 века, блин, никак не может научиться с этим Virtual Dub. Вообще прога хорошая, но качество не уменьшает. Ну, блин, такая с ней проблема. Надо создать отдельный файл, переименовать, потом написать, что там в нем надо, потом открыть этот Virtual Dub. И он за раз только делает один файл. Нажимает, по крайней мере, 2/3 файла, это точно объем. Без потери качества. Я не могу своим тормознутым интернетом, который постоянно прерывается, выразить по 2,5 гигабайта один только файл. Это, блин, очень долго будет. У меня за сутки может только с такой скоростью 3 файла таких загрузиться, это в лучшем случае. Так, ну, в принципе, я тут понял, надо сначала директ написать. Что у нас тут сразу время? Директ шоу. Да, Виктор, я получил твою смс-ку, спасибо, сейчас. Ну, 2,5 часа, 2,5 гига. Но я вот это самое умею. Да. Виктор, за сутки такой объем передаться только 3 файла, а мне как минимум 5-6. Но я ночью, короче, не стал снимать. Я вечером, это самое, вес взвешиваюсь. Ну, на утро почти то же самое выходит. Ну. Угу. Это на сайте, да? Хорошо. Это хорошо. А? Ну да. Это какой ваш именно сайт? Это Alternative Energy, да? Ну, понятно. Так вот, так же самое в интернете, как и ты меня нашел, так я не что ли нашел. Они ж...
Да ну пусть валят, а потом организаторы поймут, что они, блин, просто зажали нормальный зал, блин. А ты ходил уже, смотрел или на следующей неделе? Так ты тоже по поводу этой конференции во Львов едешь или... А, точно ты рассказывал, тетя твоя, да? Ну, тетя получается. Ладно, Виктор, давай я 6 часов включу телефон, если будут новости. Это, завтра ты будешь в контакте завтра, или ты едешь на дачу? Ага, ну вечером тогда, может, если спишемся, это самое, может, подключишься ко мне, надо что с этим комодом сделать, или обновить, или что с ним делаешь. Да, он под угрозой, типа, что не активировано, что-то такое. А, просто именно в самом комоде обновить с подключенным интернетом, да? Я понял. Стрелочка вниз, да. Ну ладно тогда. Просто хочу, чтобы ты подключился, все-таки показал, как это аудио обработано. Потому что я нифига не понял. Это, блин, реально сложно. С первого раза и, ну, с видео, блин, тот файл потерял. Ну, короче, реально потом покажешь. Ну давай, покидай. Так, где я шо? МП4, какого получается? Да, вот МП4. Виртуал даби файл тут видео файл блин. Короче, я в этом скрипте написал видео, название файла, сохранил и закрыл, да. Теперь Virtual Dubby. Да, MP4, и сохранил. Погоди. Virtual Dubby, как открыть скрипт? А, файл открыть. А, открыть видеофайл, точно. И вот этот скрипт открыть. А,
Сейчас. Выбрать именно MP4 без других вариантов, да? Так, наверное. Я понял, а тип файлов надо что-то менять? Ну вот, смотри, я зашел в VirtualDAV, файл, открыть видеофайл. У меня открылось окошко для выбора этого файла. Я выбираю свой скрипт, так? Вот, а тип файл... Да, тип файлов надо что? Ага, что-то у меня нифига не получилось. Ну хорошо. Та, ну, какая-то ошибка. VirtualDAV error. AVSyn open file fire unexpected character, что-то такое. Хорошо, смотри. Direct show source. Smov, название файла, точка, mp4. Ну, это такое название файла. А, кавычки, ну, хорошо. Хорошо. А потом последние кавычки после mp4, да? Хорошо, сейчас попробуем. Сохранить, закрыть. Двойные кавычки в английском шрифте. Сейчас погодим. Так, погоди, двойные, а как? Блин, как они эти кавычки выглядят? Я понял, что надо шрифт поменять. А как от двойные кавычки? Слева от Enter, а E. Так это наши обычные кавычки, что ты мне рассказываешь, блин, два апострофа. Ну, у нас такие же самые кавычки. На английском шрифте обычные кавычки. А, я понял, все, просто, да. Просто если на русском шрифте, то там получается совсем другое. Так... А, ну так оно и вышло. Все, сейчас подожди, запущу тогда. Больше не буду тебе отвлекать. Так, теперь опять. Файл, открыть видео. Вот это, вот это. Тьфу, твою дивизию. Ага, только что-то другое. Неопознанная ошибка. AVSyn open file direct show called not open as video or audio. Видео... Да, что ж такое, ты лянь. Может что-то с названием файла? Так как ты мне прислал, я так и написал. Смотри. S-O-U-R-S-C-E. Ну, как ты мне прислал, Виктор, да, с смс-ки. Но название самого скрипта, это название видео, так ведь? Без добра. Вот. Без расширения так.
скопировал и вставил. Да, это я запомнил. В папке в диске Е. Или на, чтобы он. А, на рабочем столе был. А скрипт на рабочем столе. Семен Семенович. Не, точно, ты мне говорил такое. Мы ж тогда потом еще оставляли, я помню. А я сейчас я вырежу и вставлю на рабочий стол. Да я потом его перекину обратно. Ладно, уже поздно. Сейчас он скопировал. Ну, короче, я теперь понятно. Надо, чтобы и скрипт, и файл был в одной папке. Ага. Открыть видеофайл. Да. Да он маленький файл. Я пока просто хочу попробовать, сколько будет, как оно получится. Не, ну поменьше. Вот, открылся, значит, этот файл. Теперь что дальше? Видео. Включен. Режим полной обработки. Теперь компрессия. И выбрать коды, которые мне надо, чтобы его сжали. А, X264, MPEG-4, да? А, просто X-вид, MPEG-4 кодек, да? Ага. Есть аудио, здесь аудио есть. Включил. Да, есть. Теперь что? Да. Теперь что? А, тоже компрессия. И выбрать какой? MPEG Layer 3. Два одинаковых. Вот это оно, два одинаковых варианта. Ага. Ага. Да я минимум выберу, потому что там. Так, подожди, изменение аудио. Здесь герцы от 8000. 44. Ага, да. Ага, теперь. Ага, файлы сохранения. А, собрань какая-то точно. Фу, блин. Надо сейчас еще будет попробовать, короче. Подожди, я тебя потом замахаюсь перезванивать. Да. Значит, давай. Да, давай все заново, значит. Чтоб... Погоди. Значит, создать. Я запишу себя именно в блокнотике. Скрипт. Да пока нету, я вчера уменьшал только в этом видеомастере. А сейчас буду пробовать виртуалдаби уменьшать. Ну да, тут аж надо было еще так делать, ладно. Создать скрипт в одной папке.
видеофайла. Ага. Дальше скопировать имя файла и вставить имя скрипта. Открыть. Вставить DirectShow плюс имя файла и расширение. Потом сохранить. Потом, короче, открыть VirtualDAV. Значит, там, где файл, открыть файл. Файл, открыть файл. Так, потом, когда он открылся, настройки видео. Ага. Компрессия. Значит, в настройках видео надо выбрать режим полной обработки. Обработки, потом компрессия, потом аудио. Угу. Режим полной обработки, компрессия. В аудио формат, ну, короче, это я запомнил. И сохранить. Хранить файл как AVI. Тогда надо будет, и поскольку либо поискать в YouTube, если ну, учебный ролик тоже, как сделать ну, из аудио-видео, если такого нет, то тоже, тоже можно будет сделать и загрузить. Значит, дальше, когда это все сохранилось, в смысле настройки я сделал, потом нажимать опять файл, сохранить как AVI. Сейчас. А тип файла надо, когда сохранить? А, ну тут AVI, в принципе, написано. Название можно не менять, если оно в другой папке сохраняется, да? Ага, понял. И сохранить. И сохранить, и начнется обработка, да? Ага, вот, началась обработка. Вот, а теперь, ну, блин, надо, конечно, чтоб аудио, видео, этот у меня так. Да вот тоже. Да, да, да. Значит, это просто видео. Okay. То есть ты, короче, там ничего не сохранилось, да, так понял? В смысле ничего не сохранил? Какое аудио-видео, Виктор, что я не сохранил? А то, что, то, что ты мне писал или что? Да, то, что я писал. Да вот, оно же было на рабочем столе, я не знаю, что оно не сохранилось. Когда мы его там... Оно диск C удалили, по-моему.
А, точно, слушай, это ж диск C, он ж, блин, рабочий стол. Все понятно. Ну, короче говоря, надо заново это написать. Именно поэтому я в блокнотике и пишу. У меня единственное, что сохранился. А, вот, слушай, точно, мюзик, скрипт на рабочем столе сохранился. Вот это Image Source, вот. И... Да, я даже тогда начал это самое. Я преобразовал, значит, продолжительность видео в минуты, перевел в секунды. А, точно, аудио в секунды. Вот, а что дальше, я не помню делать. Ага, погоди. Картинка должна быть формата JPEG, да? И именно в названии этой картинки должно быть стоять или и имя какое должно быть этого файла картинки? Имя картинки, имя файла должно быть одинаковым с именем скрипта. Да ну нафиг, я так не разберусь. Давай потом как-нибудь в контакте спишемся, ты мне так поможешь. Это я буду себе долго голову ломать. Сейчас у меня уже началась обработка с этим видео. Тут с видео надо разобраться, попробовать несколько раз, и да, будет нормалек, а то с аудио посложнее. Так, ну ладно, обработка пошла, давай, если что, я тогда тебя еще перенаберу. Спасибо тебе, Виктор, давай. Просто с этим Virtual DAW он никогда не работал. Он реально сжимает нормальное видео. Без потери качества.
Угу.